Идет? Привет, друзья! Это моя первая трансляция. Скачала сегодня приложение OKLive. И надеюсь, что вам будет со мной интересно. Расскажу о себе. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте «Всем миром» с 2013 года. Кто не знает, что это такое, посмотрите у меня в статусе видеопрезентацию. Проект работает с 2011 года. Все у нас легально, официально. Как бы ни говорили родственники ваши, друзья, знакомые, что это все лохотрон, я в нем участвую уже четвертый год. Сейчас 2017, вот с 2013 я участвую. В моей команде также участвуют глухонемые люди. Иногда я в заметке себе выкладываю свой канал на YouTube. У меня более 1000 роликов и очень много плейлистов. Я занимаюсь бизнесом. Также я купила за деньги, которые я зарабатываю в проекте, третью квартиру. Сейчас делают в ней ремонт. Спрашивают, что за бизнес? Бизнес – это проект «Всем миром». Зарегистрирована компания в Санкт-Петербурге. Еще я не освоилась, поэтому я не могу видеть ваших комментариев. Может быть, здесь есть передняя камера, надо разобраться. И также я не вижу, сколько человек меня смотрят. Чем занимаетесь? Да, вот меня дочка снимает. Я занимаюсь бизнесом в интернете. И также веду свой канал на YouTube. У меня почти 2500 подписчиков. Моему каналу уже 3 года. Да что за бизнес? Что за бизнес? Этот проект называется Whole World. Проект переводится как «Всем миром». Компании 5 лет, я в ней 4 года. Вот эту квартиру, вот, покажи. Сейчас ведется ремонт, сделали мы натяжные потолки. Все это за деньги от этой компании. Команда у меня большая, уже более 5000 человек. Спрашивайте, что интересует. Маркетинг 7-уровневый, линейный. Вы можете посмотреть. Суть бизнеса в чем? Суть бизнеса, линейный маркетинг, это в 2011 году он создавался как касса взаимопомощи, люди переводили друг другу деньги. Цель компании – объединить как можно больше людей в стремлении помогать друг другу. Но в 2012 году ввели благотворительный фонд, и раньше он назывался Gold Line International. Gold Line переводится как «золотая линия». А сейчас это благотворительный фонд. Переделали название, потому что мы помогаем тяжело больным детям. Детям производятся дорогостоящие операции. Каждый участник активирует свой кабинет за $5. Вам тоже помогли 3 квартиры купить? Да, мне переводят люди со всего мира переводы. На моей странице я их выкладываю в виде фотографий. Также вы мне можете позвонить в Skype, Ира Бизнес, мой Skype через Z. И я вам покажу в режиме онлайн свои переводы, свои доходы. Также на видео могу показать на смартфоне, как мне приходят переводы. Не верьте людям, которые обещают вам стать миллионером или выплаты, ничего не делать, и тут же вы будете получать миллионы. Будьте реалистами, такого в интернете нет, везде нужно пахать и приглашать. Моя методика обучения стоит для моих партнеров 750 рублей. 3 года я раздавала ее бесплатно, но бесплатно не ценится, люди ее не смотрят. А вот если человек купил мою методику, там 40 видеоуроков и заинтересовался, посмотрел эти уроки, и теперь он будет знать, как оформить страницу в Одноклассниках, как оформить страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, как оформить канал на YouTube. И
Эти уроки, кстати, еще можно продавать. Предусмотрена партнерская программа. Вы будете с этих уроков еще и зарабатывать. Например, вы вошли в проект «Всем миром», оказали помощь $100, и мою методику вы будете предлагать своим рефералам, также будете с нее зарабатывать. Расскажу про маркетинг. В проекте 7 уровней. За $5 вы активируете кабинет, но на $5 у меня акция. Сейчас я расскажу, а потом прочитаешь вопрос. На $5 у меня акция. Я вам за 100 рублей до 10 января у меня скидка. Продам вам пин-код, который стоит 100 рублей. Номиналом он $5. Вы активируете свой кабинет, привязываете, создаете единый кошелек Wallet One. Мы работаем с единым кошельком, потому что у нас проект международный. И привязываете его к аккаунту. Именно туда будут поступать денежные переводы. Но чтобы вывести из него деньги, вам нужно пройти верификацию. То есть по закону с прошлого года все кошельки виртуальные, в них надо проходить верификацию. Это значит, паспортные данные надо заполнить. Сейчас про маркетинг расскажу. Вот. Активировали кабинет, создали и привязали к аккаунту единый кошелек. Потом надо оказать помощь $100. $100 распределяются так. $50 идет в благотворительный фонд помощи детям. Остальные 50 распределяются 7 уровням сертификата. В вашем сертификате будет 7 человек. Из этих $50, $10 получает ваш информационный спонсор. Со 2 по 6 уровень люди в вашем сертификате получают по $5. И кто на верхней строке, получает $15. Вот, вот так распределяются эти $100. На моем канале и в моем профиле в статусе стоит ссылка и стоит видео. Можете подробно посмотреть 6 минут, как это работает. Какие там вопросы? Помогите мне всем миром, я новую машину хочу. Ну, новую машину. Вот представьте, что вы пришли в автосалон и говорите: «Отдайте мне эту машину». И вам, например, не хватает $100. Вы найдете $100, чтобы приобрести эту машину? Я приобрела 3 квартиры за 3 года. Деньги здесь не быстрые, здесь нужно работать. Первые полгода я нарабатывала структуру, потом мы с моей дочкой умотали за границу первый раз. А в 2013 году я жила в общежитии в 29 квадратных метрах. Сейчас у меня трехкомнатная квартира, 65 квадратных метров, и я в ней делаю ремонт. Привет из Владивостока. Привет, у меня во Владивостоке живет мой дядя и двоюродный брат. Да, у нас Юля, разница во времени. Ручной работы. Скажешь, откуда ты? Я из Ростова, из Ростовской области, город Азов у нас рядом. Здесь производили раньше детское питание, был комбинат детского питания. И, кстати, завод Кока-Колы вот находится прямо рядом с моим домом. Вы пьете Кока-Колу, который производится у нас на нашем заводе. И Пепси-Кола, и Кока-Кола. Приветик. Приветик, приветик. Все это будет в записи. У меня 5000 друзей. Сейчас мы эту запись сохраним и этой трансляцией поделимся. Ждите меня сегодня вечером или завтра. Я вам буду рассказывать, как я начинаю худеть, потому что за праздники я набрала 5 килограммов. И я вам буду рассказывать, каким способом я буду худеть, поэтому следите. Расписаний трансляции не будет. Ну, или посмотрите в записи. Какие там еще вопросы? Что вы... Благотворительность — это хорошо, но на то, что вы на этом бабки зарабатываете... Вот смотрите, многие говорят, что на благотворительности мы зарабатываем деньги. Но каждый труд должен быть оплачен. Например, таких людей, которые просто найдут людей, которые просто окажут помощь и ничего за это не получат, таких практически нет. Может быть, 1 на 1 000 000. А так мы ищем людей, это называется партнерский фандрайзинг. Я ищу людей, это привлечение денежных средств на благотворительность. Я нашла людей, люди оказали помощь, благотворительный фонд с каждой оплаты получил $50, люди по сертификату получили
свои деньги по 5, 10 и 15 долларов. То есть я за свою работу получила деньги и получаю деньги. И также кормлю свою семью. Вот сейчас меня дочка снимает, она одета, обута, накормлена. Ездим за границу в аквапарк, в ресторан, и все это за эти деньги. И с каждой оплаты и помощь детям идет, и я свою семью кормлю. Что в этом плохого, скажите? На мой канал тоже подписывайтесь, если что. Ну, пиарится. А, на твой? Да, на мой. Ну, ты сама будешь вести трансляцию. Привет, красавица, как дела, как настроение? Настроение отличное, всех поздравляю с Рождеством, трансляцию свою буду заканчивать, потому что я хочу кушать, а дочка у меня уходит гулять. Надеюсь, сейчас... ты будешь кушать. И поделишься трансляцией. Поэтому всем пока, всех люблю, всех целую. Поделиться.